И всем привет! С вами снова мы. Да-да, и мы продолжаем наше путешествие по Нью-Йорку. Угу, побежали. Я переключилась на геймпад и... Чё, как тут бежать быстрее? А на R3 нажимай. А, так, подожди. Это прицел. А, это сканировать. Да, пожалуйста, включайте. Угроз не обнаружено у меня. Это включайте в бою и вот используя, когда она перезаряжается. Да. Иногда им помощь нужна гражданским. Они дают интересный лут, например, одежду, джинсы, там, кофту, кепку. Вот. И им нужно что-то дать взамен. Но они не общаются, не знаю, какие-то. А иногда будет такое. Нужно будет подходить и взаимодействовать с мирными жителями. Пока какие-то не очень общительные, не коннектятся. Что-то не знаю. Ну, это только начало еще. Начало. Смотри, тачка горит полицейская. Так, это у нас, собственно, новая миссия. Вот. Так, давай, мути. Ну и. Все, идем. А вот смотри. Ага, я видел этот момент в трейлере. Правда, немного красивее графики, правда, было. Да? Ну да ладно. А, графика красивее была? Да, графика красивее была. Именно в этом моменте. Вау. Здесь можно было еще дроны использовать. Блин, что они так бегают-то быстро? О-о-о. Эй. Что-то я как-то не в укрытии сижу. Эй. Это я бросил. Надо с верхнего снять, у него гранаты. Ага, их там несколько. Да блин. Ага, один готов. Угу. Перезарядка. Чё он там бегает, а там видишь еще плакат этот, и он ну за ним. Все. Готов. Так. Отличный выстрел. Тебе написали? Ну, тут чуваки болтают между собой. А-а-а, похвалили тебя. Mm-hmm. Так, а у них ничего тут не лежит случайно? Ха-ха. Я люблю, когда двери закрываются. Закройте дверь. Ну-ка, вау. Ага, теперь здесь они будут сейчас. Так, вы что там уже ушли? Спасибо за помощь. Чё он машет? Чувак, ты чё машешь? Эй! Давай, отстреливайся. Я, видишь, на тебя рассчитываю. Да блин! Ну и как тебе стрелять? А куда они? Куда они полезли? За укрытие. Парни. Тебе удобно с геймпада стрелять? Не знаю, пока еще не определилась. Я эту серию поиграю на геймпаде, что-то не могу понять пока, как удобнее мне. Вообще, мне кажется, на клаве удобнее играть было. Да, мне удобно на клаве играть. Да. Не, ну вот Resident мы играли, там на геймпаде именно удобнее. Да. Нет, ну есть игры прямо заточенные под геймпад. Угу. Прям даже под определенный геймпад есть игры заточены, именно на Xbox, например. Или на PlayStation, там же они отличаются. Да. Вот. А есть игры, которые прямо заточены для клавы, и на геймпаде ты как бы такой. Я поэтому Outlast специально проходила на клаве. Ну, что... а вот у вас это, конечно, не... Но... не стоит его играть на геймпаде. Ну вот, я его и проходила на клавиатуре, потому что, ну, на геймпаде это, конечно, вообще... О, да, физика здесь отличная просто. Тут красная бочка, у меня сразу воспоминания о Резиденте, типа, выстрели в него, выстрели. Ага, я нашел гранату. Вау!
А, я горю, смотри, у меня куртка горит. Прыгай в снег. О, господи. Я не думал, что так все сложно. А, блин, меня прям дубинкой мочат. Ну, так ты что же. Отбивайся. Так. Чё там? Блин, они так прячутся, что... Ждёшь их, пока они там высунутся. Эй! Хедшот. Ничего себе ты. Мастер. Угроз не обнаружено, все нормально. Мастер, фломастер, давай. Всех положили. Обыскивай всех. Я бегаю возле них, да. Ничего пока не вижу. А, вот. А, вот здесь, смотри, у тебя должны быть аптечки и... Взять все. Гранаты, иди забирай. Так. Аптечки и гранаты. Вот здесь вот. Угу. А, в тот раз у нас что-то не было, да? А, боеприпасы для пистолета. Только для пистолета, а аптечки... Не, нету. Ничего подобного. Что, вообще ноль написано? Сейчас, подожди. Так, что там у нас по аптечкам? Ну, да? По... У тебя написано? Одна... Чтобы подлечить себя, нету? Нет, одна граната у меня аптечек вообще ноль. Fully stocked. Максимум. Это странно. Нет. Мне вообще не дают, видимо. Но у меня полное здоровье. А ты прокачала начальную ветку-то, вот эту вот, где я хилки? Хилки только открыла, пошли. Эх, ладно, пойдем дальше. Разберемся, не волнуйся. Так, ага, там... здесь их много будет, осторожно. О, боже мой, шанс критического попадания. Так, я думаю обойти вон туда. Я оттуда обойду, ты здесь сиди за машиной. Ну, сейчас. Я обойду, ты за машиной там сиди. Я вот здесь хочу посидеть. Чтобы с двух сторон мы могли их отстреливать. Ну, я здесь посижу, можно? Вон они разговаривают. Пошел шкериться такой, я тебя вижу. О, что ты там замутил? Давай, шкерься. Шкерься. Эй! Прям бежит ко мне, офигеть. Я увидел его, ага. А, я вижу, что ты снял его. Блин, мне так неудобно же в них стрелять-то. Там эти... Может, на клавиатуру переключишься, если неудобно? Не-не-не, я имею в виду, что там эти стоят укрыть... Ну, как вот эти вот ящики, короче говоря. Ага. Мне неудобно за них в них стрелять. Они за ними бегают. Попадать неудобно. Все, найдите заложников. Find the hostages, да. Сейчас сначала побегаем, поищем, может здесь что-то лежит, залутаем. Да, мы с тобой мокрушники. Смотри, как быстро их завалили. У меня даже здоровье хорошее. А, собственно, должно еще одно очко опыта у нас быть. Смотри. Очко. Да, очко опыта и... Да, я все в курсе, что немножко пошлое. Я все не могу. Ты в своем репертуаре. У нас просто какая-то изи-катка. Прям изи. Вот здесь вот смотри, лежит. Кого смотри? Я вот по ним бегаю, и ничего у них не лежит. Ты уже... Нет, ты проверяй, здесь сумки могут лежать. Ты все собрал или что, не знаю? Ну, я сумку увидел, собрал, там что-то лежало, взял. Чекай, чтобы, может быть, тебе попадется. Опа, флешбэнг гранат. Ага, гранату нашел. Может, тебе попадется аптечка? Ну, я побегала, я не знаю. Я где видела, там у чувака что-то собрала. Так, а здесь? Здесь что лежит? Здесь ничего. А, вот сумка. Нашел? Да. Разрывная пуля. Что-то у меня все... Полное все, тут там гранаты лежали. Угу. А, так, сейчас я посмотрю, что по инвентарю. Посмотри тоже у себя. Ничего у тебя там нового не открылось? Может, дали? Так, у меня какой-то есть новый предмет. Вот, посмотри. Броня респиратор. То есть она лучше меняй. Угу.
Все? Да, пошли. А сейчас нам что надо сделать? Заложников найти? Угу. Здрасте. Подожди, подожди, вот здесь можно шкафчики обыскать. Ага, еда. Вот для жителей можно еду отдавать им. Опять ты все собрал. Жителю даешь еды, и он тебе за это что-то тоже может дать там. Вот этому жителю дай еды. Не, на улицах они обычно. Ты что спрятался? Сейчас здесь их куча будет. Опять куча? О, видишь? Да, вижу. Я постараюсь аккуратно обойти вот так вот. Нет, я вот так вот не обойду. Вот так вот пойду. И вон туда. Что-то есть? Тут ничего нету. Ну что, я стреляю? По стелсу пока идем, подожди. Ага, я вижу заложника. Или это мертвый чувак? А, это мертвый чувак. Ну и я стреляю. Стреляй, стреляй. Ну вот кого видела убрала. Какая молодец, а? Так ты тоже молодец. Ты молодец, и я молодец. Вот здесь должно что-то лежать, да? О, какие красивые цветочки. Protective Armor. Лежит броня здесь. Время 5 часов вечера. Ага, здесь росток еще есть, можешь пополнить. Че пополнить? Иди сюда. Подожди. Ты убежала, тут ничего не взяла. Я что-то там замутила на компе, не знаю. Спасибо, что подождала меня, спасибо. Где? Где ты? Где подождала? Вот ищи, а, пожалуйста. Без вопросов. Женщина, не задавай вопросов. Опять для пистолета-пулемета патроны. Мне только патроны дают. Вообще, я не понимаю, я же хилер. Да, хилер. Пока что на 4-м или на 5-м уровне можно будет прокачать бомбу такую специальную, которая хилит. Угу. Ничего нету. Буду хилить. А, во, нашел я рюкзак. О, аптечка там лежала, круто. Ну, круто, а я не могу ее обыскать. Ну ладно. В следующий раз, ладно, ты обыщешь. Да нет, пожалуйста, обыскивай. У меня две аптечки как было, так и есть. Не знаю, чего не. Ну. Так, на второй этаж пока не будем идти, сейчас здесь все зачекаем. А, ну в принципе все зачекали уже, полутали. Че это за здание такое? Не ты знаю, че так бегаешь по кругу, я за тобой не успеваю. Это полицейский участок. Вообще. Так, стой, подожди, надо зачекать территорию, посмотреть, есть ли тут бандиты. Бандюганы. Может там что-то лежит, нет? Есть жертвы, нет? Хочу стрелять. Так, еду нашел, ага. Опять еду нашел. Полиция. Вот иди сюда, здесь вот Нью-Йорка. Рюкзак забирай, я не буду его трогать. Да. Спасибо. Так. Вон аптечки лежат. Подожди. Блин, но. Одна граната, одна хилка, а, вот протеиновый отлично. Батончик, консервы и разрывные пули. О, ничего себе, у тебя там целый комплект. Вау. Ладно. Ты так мечешься, вообще у меня же в глазах это рябит. Ну я бегаю, ищу, смотрю все глазами, где что лежит. Смотрю глазами. Отличие от некоторых, не знаю, чем ты смотришь. Я рада, что у тебя есть глаза. Ага, иди сюда. Которыми ты смотришь. Глазастая, иди сюда, открывай. Консервы я нашла. А, мне тоже дали, кстати.
Ну вот, видишь, у нас, я же говорю, иногда что-то общее, иногда почему-то нет. У нас с тобой есть что-то общее. Консервы, консервы, например. Так, подожди. Сейчас их здесь, думаю, будет тоже достаточно. Да. Ага, я вижу троих как минимум. Раз, два, три, четыре. Четверо. Парни так спокойно разгуливают, вообще не шкерятся. Так, я вот так вот отойду. Да сядь ты, господи, женщина. Да, что ты ко мне подошел-то вплотную? Паника, паника, да? Я не люблю, когда так близко ко мне подходят. С битами особенно. Так. Да, блин. А, их тут куча у меня прям. А они все почему-то на тебя согрелись, я вообще никого не вижу. А я специально туда пошел, чтобы вы с другого конца стреляли. С другого конца стреляю, ладно. А вы там вообще не стреляете, походу. Да, походу, да, они... Ничего не понимаю, они почему все реально на тебя-то бегут? Да почему ты перезаряжаешься? Не вовремя. Давай, ку-ку! Есть. Нейтрализуйте главаря бандитов. Да, где он, интересно? А, вон там, да, значит. Ну пока обыскиваемся, не беги. На да, точку. Не ага, будем. Вот здесь вот, смотри, рюкзак лежит, забирай. Я иду. I'm coming. Оу, точно, я вижу. А светошумовая граната. А, собственно, я не знаю, какая кнопка у тебя кидает граната? Не знаю. Нет, короче, я поняла, что на геймпаде я играть не буду. Я эту воду нашел. Эту серию так мы запишем, а потом я на клаве буду играть. Ну да, мне удобнее на клаве играть. Да. Да здравствует клава. Я не знаю, здесь только компы, какие-то бумажки, офисное помещение. Идем дальше. Я себя похилю немножко. Похилю, у меня пока нормуль. Чё там? Патроны для автомата. Да, пистолета, пулемета. Там здесь ничего не лежит. Вроде бы нет. Погнали. Ой, что так ярко? О, прячься. Вот здесь будет босс, вон он. Ну что, стреляем? Сейчас я гранату туда кину. Давай. Они уже спалили. Мне, знаешь, очень нравилось, что в Ларе, когда ты играешь, тебя ранили, например, и если ты какое-то время от них уклоняешься, прячешься, у тебя как бы... Жизнь не восстанавливается. Да, автолечение. Меня это вот очень устраивает, например. Это очень удобно. Ну, а что ты хотела? Здесь у тебя восстанавливается, если, например, у тебя половина ячейки ушло, то она автоматически восстановится, когда ты пойдешь за укрытие. Ага. А вторая ячейка не восстановится. Уже фигушки тебе, да? Вау. Да, тебе придется лечить вторую ячейку. Да блин. Что он какой-то бессмертный-то? Вон, босс бежит. Офигеть. Стреляй в него, потрошитель. А, их тут что-то очень много. Нифига не изи-катка. Ух ты. Так, подожди, а как мне использовать гранаты? Г. А, у меня Г, я не знаю. Ну, я вот фиг его знает. Короче, да, неудобно мне на геймпаде, потому что... У потом... тебя стик должен быть на, по-моему, то ли левый, то ли правый. Выбираешь и кидаешь. Да блин. Чё ж они так... Это... Граната. Продумано шкерится. Блин. Вау. Уходи оттуда. Да, меня не попало. Они гранаты кидают.
Ладно. Нифига не вижу. Дышите глубже. Уйди, уйди, уйди. Ухожу, ухожу, ухожу. А чё... босса завалили, что ли, уже? Да. А чё они в меня кидают? Это нечестно. Почему не в тебя? Ой, у меня... Куча лута. У меня контузия. Вот сказал, уйди. Я же не могу все делать, по-твоему. А, ты должна из укрытия в укрытие, собственно, бегать. Серьезно? А, да. А не сидеть и терпеть все эти бомбы. Хочу терпеть. Ой, начинается. Ты куда пошел? Я вниз. Ага. Ладно. Бруклин под контролем. Так, что у нас там по инвентарю, сейчас посмотрю. Давай посмотри. Ага, новая броня, по идее, должна быть. Нет, это... Попадите в Манхэттен. У меня три новых предмета. Так, что же там интересного? Оружие. Да, у меня маска. Оу. У меня... Полицейский ноги. М4, это в полицейском участке нашла. Ага. Броня с покрытием. Новый М4 тоже нашел, да. Все, уберу с него. Вообще, ты знаешь, управление удобное. Да, очень удобно. Расположено все как-то так нормально. А если у тебя имеются компоненты к оружию, ты можешь прокачивать их? У тебя есть компоненты к оружию? Компоненты к оружию. Это что? А, это прицелы, это подствольники, это, например, еще что-нибудь там специально этот дополнительный магазин. Модификация, ты хочешь сказать? Да. Но их находить надо. Нет, у меня все пусто. Даже скины есть на оружие. Ну вот, я нашел зелененький автомат у меня теперь. Зеленые у меня, собственно, эти. Маска какая-то. Угу. Остальное все у меня белое. А фиолетовое, если находишь, то это уникальный, что ли, лут. А зеленый это нормальный, а белый вообще самый простой. Господи, у меня сейчас крупным планом ее показали в инвентаре. Я бы тоже испугался. Я ж прослушала, что ты говорю. Какая же она страшная. Ладно. Он говорит, не надо в меня целиться, чувак, мимо которого мы пробежали. Ну, открывай, да, ты, да, да. Тут дверь. Это я просто зашел, и ты немного забаговалась. Офигенно, блин. А, тебя выкинуло? Нет. А где ты? Я еле зашла. А, вот ты где. Я тебя не видел, честно, ты у меня под землей бежала. Но в игре баги есть, это да. Что-то иногда лагает и багуется, не знаю, по-всякому. Смотри, какой вид на мост манхэттенский. Звезды, романтика, пошли. Люблю такую атмосферу. Новогоднюю. Тут у нас какая-то заставочка. А ты меня видишь или себя видишь только? Мою девушку показывают. Ага, получается. Она... Только... И с тобой еще же девчонка-то разговаривает, да, в файле? Да, да. Да, меня нету, получается. Она обещает угостить меня выпивкой. Нас на базу отвезут. Переправят. Точнее. Угу. Но снежок немножко нереалистичный. Вот я сейчас присмотрелась. Кто он как-то... А, так... нет. Отвезут нас на базу, да? Не тут-то было. Ждите. Не, я играл в бету, там начинается с того, что тебя привозят на базу. А тут по-другому начинается почему-то.
Не знаю, в чем причина. О, она уже тащит на себе его. Офигеть. Ага, вот, на этом вертолете, наверное, они улетят. Ты какой-то паренек бежит. Блин, что у них там происходит? Ну так-то взрыв произошел, если ты не заметил. О, да, я не смотрела своими глазами. Я не знаю, чем у меня получается смотреть. Да, нас переправят, по идее, на базу сейчас. Ну, я так думаю, по крайней мере, не знаю, куда нас переправят. По идее, должны на базу, где бета начинается. Она, получается, бета не сначала, да, не с первого ролика. А, нет. Это, то есть, мы сейчас играли в этот предисловие, короче, пролог, как бы. Две серии пролога. Неплохо. Ну, видишь, даже ни разу не зафейлились. Да, да. Ты меня даже... Мы еще не в темной зоне просто. В темной зоне мы с тобой будем помирать. Прям. Ты меня даже не поругал ни разу. А, вот, да, сейчас нас должны переправить. Все, я вспомнил этот момент. Ой, а чевку дали. О, еще одна красотка. Так ее вообще забинтовали. А, там разбитый противогаз, что ли, на стене? Да. Вот она, территория новая. Лагерь справа, окей. Вау. Город шикарный, да, показали? О, там этот корабль затонувший, по-моему. Интересно, сколько вообще населения осталось? Может быть, узнаем по ходу игры, посмотрим. Ну, вообще не сказать, да, что малонаселенный город. Мы ведь встречаем мимо прохожих там бандитов. Да. Мирные жители присутствуют в городе. Ну, не как в Last of Us. Там совсем народу было мало. Меня что бесит, главный герой молчит постоянно. Да, да. Вообще ничего не говорит. Все, я прилетел. Ага, вот и ты, вижу тебя. У меня еще ролик идет, я не знаю, куда ты прилетел. Мне дали 4-й уровень. А, вот и ты. Я тебя тоже вижу. Так, нам с тобой надо на этом серию пока закончить. Давай закончим. Агент в строю. Прибыть в Манхэттен. И если вам нравится, мои дорогие, мы обязательно продолжим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте писать ваши комментарии. И, конечно же, поддержите. Мы же очень стараемся лайками. Всем пока. Всем пока.